Перед просмотром видео я хотел бы посоветовать канал Симпсона. На его канале ты сможешь найти различные летсплеи с различными модами, игра в Counter-Strike 1.6 на зомби-серверах, различные мини-игры и также Грифер Шоу. Ссылка на него в описании. И всем желаю приятного просмотра. Всем привет! А перед просмотром я хотел бы вас попросить поставить большой палец вверх и прокомментировать видео. Чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия и тем будет лучше. Ребята, вы себе даже не можете представить, как один лайк или положительный комментарий может повлиять на меня, дав мне больше силы, больше энергии, улучшенное настроение для того, чтобы записать новое видео как можно быстрее, записать его для вас, выложить его как можно быстрее, потому что я для вас стараюсь. И за это, ребята, надеюсь, что вы также будете мне выделять помощь, тем самым ставить лайки, комментировать, делать меня более энергичным, радовать меня, давать мне настроение. И я буду больше стараться для вас, потому что я буду знать, что вам это нравится, вы хотите больше серий и вы хотите продолжения, ребята. Я надеюсь на вашу поддержку и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, это 130, если я не ошибаюсь, 139 серия. То есть, ребята, нам осталось, можно сказать, от этой серии ровно 10 серий до того, чтобы закончить сезон. Я на это надеюсь, я надеюсь на то, что мы успеем, потому что 150 серия не считается, потому что 150 серия это заключительная, можно сказать. То есть мы там будем рассматривать, каких покемонов мы словили. Ну, как бы, как мы делали, не будем, я не говорю, что именно в 150 серии. Но в последней серии сезона мы должны рассмотреть всех покемонов, которые мы словили, насколько они прокачаны, сделать вывод о сезоне и все такое, так как мы, в принципе, делали во всех предыдущих сезонах. Ребята, перед тем... Сейчас... Перед тем, ребята, как пойти прокачиваться, нам нужно изучить какие-то атаки. Отлично, ты можешь изучить Excizer, потом Horsi. Не знаю, Horsi стоит что-то изучать. Райдхорн, ну, еще тупо изучить Earthquake. А, мы ему уже изучили, я так думаю. Нет, не изучили, ладно. Изучим сейчас. Изучим ему вот это Earthquake. И все, ребята, идем дальше прокачивать наших покемонов. То есть... Чтобы успеть закончить сезон к 150 серии, нам нужно, ребята, успеть еще прокачать парочку команд. Если я считал, если я правильно считал, так, 5 алмазов за вход, за эту команду. Если я, ребята, правильно считал, то нам осталось еще 7 команд. 7 команд это не так уж и много, ребята. И если... О, ну да, более-менее это нормально. Нужно было XPC родить, и то... Ну ладно, сейчас оденем. 7 команд, ребята, это не так уж и много. То есть, с учетом легендарных, с учетом всех других покемонов, за исключением шайни покемонов, которые там есть, и которыми нужно заменить других покемонов. Ты что, издеваешься-то? Я тебе хреначил, сейчас последний удар и все? И ты убил? А до сих пор нет? Охренеть. Ладно, ща тогда, зараза. А где мои все экспешеры? А хрен его знает, где мои экспешеры, ребята. Так у меня... Я не знаю. Я надеюсь, что если я их профукал, то хотя бы тут еще будет две штучки. А, есть тут, отлично. Я не знаю, куда я их профукал, ребята. Фиг его знает. Там босс, ну ладно, не будем мы туда идти. Потопали. Так. Тогда, может, первого не... Параса, а Райхорна, мне кажется, так лучше будет. Он более так тащить тут будет получше. У него же Earthquake есть, 45-я. Эти чурки в бою. Вот, ты как раз нам и нужна, Earthquake. Опа, вот это другое дело, Райхорн. Так, ну что, ребята, потопали. Куча уровней. Так, отлично. Так, ща. Вот ты, зараза, напал. Так, ну я надеюсь, мы тебя убьем. Хотя, фиг его знает. Если ты нас быстрее не убьешь. Отлично. Иглибаф, ребята.
Она же вроде эволюционирует с помощью счастья, да, вот есть. Поэтому, ребята, наверное, сначала мы ее будем вот так прокачивать. Да ты чё, не нужен ты нам пока что. Вот. Иди-ка ты сюда. Сначала нужно тоже Иглибафа. Точнее, не сначала, а по ходу дела тоже ее нужно прокачивать. Она вроде счастьем эволюционирует. Поэтому сразу нужно за это взяться, короче, да. Чтобы с самого начала ей куча опыта пошла. И чтобы она сразу нахваталась кучи. Да не нужен ты нам, ну чё ты привязался, зараза. Вот, уже 92, ребята. Отлично. 45, 53, 53, 45. Вот, 35. Сначала нужно таких убивать, которые не очень большие уровни. Так. И сейчас, ребята, сразу же посмотрим, сколько было. 92. 117. Охренеть. Так, я надеюсь, 40 уровня. Да не ты, не ты. Я надеюсь, тебя мы уже сможем убить. Да, конечно, сможем. Мы уже, походу, 50 уровней сможем убить сейчас. Фух. Так. Сейчас. Тут все стоит, ладно, походу. Походу сейчас можем уже и больших уровней убивать, ребята. Сейчас как раз мы уже ее прокачаем. Очень быстренько, мне так кажется. Сейчас еще вот этого разок ударим. Отлично. Опа, и Парас уже эволюционирует. Отлично. Пока ты эволюционируешь, я попью что-то. Там у нас же, ребята, еще парочка фосил покемонов осталось. То есть Кабуто, еще там кто-то, нужно тоже и будет прокачивать. Но в общем, как я считал, со всеми фосил, со всеми другими, со всеми легендами нам осталось ровно 7 команд. 7 или 8. Иди ты в жопу, надоедливый дурак. Уже раз 5 на нас нападаешь. Нет, мы уходим от тебя. Нет, ты и так нападаешь. Так, вот, 4000 опыта. Дальше. 54-я Блисси. Ух, ребят, я надеюсь, мы ее сможем убить. Сможем. А потом, ребята, когда мы начнем прокачивать легендарных покемонов, нам нужно будет сделать спаун Блисси 100 уровня. И потом, ребята, я как раз покажу, как это делать, потому что не все люди знают. Это, в принципе, очень просто, но мне многие писали то, что покажи, как это делать, потому что это, в принципе, что-то не получается или еще что-то такое. Поэтому потом, ребята, покажу, как настраивать, чтобы они спались. Хорси. Ну, Сидра. Опять я тебе сейчас жопу-то натяну на твой... О, зараза, какой он же, 4-й или 5-й? И никак не пропадает. Или это одна и та же чурка на нас нападает? Но каждый раз нападает 26 уровень. Не 27, не 20, не 30, не 35, а именно 26. Я убегаю от него, сражаюсь с одной Блисси, убиваю Блисси, и опять он на нас нападает. Я сбегаю, сражаюсь с одной Блисси, он опять на нас нападает. Что-то мне кажется, эту 52-ю, она какая-то слишком жирная, она хилится еще и... Иди ты нафиг. Пока что вот... Ты как это... О, тебя можно. Так, Райхорн у нас уже 36-й. Да ударь ты ее! Спит он там, а? Еще раз. Хорошо усыплять Блисси. Вот, отлично. Так, Игли, 195, офигеть. Иди сюда. Так. И уже, ребята, практически Иглибаф эволюционировал. А Парасект... О, тут нифига себе, и он даже уже нормально так убивает. С трех ударов. Крутится, вертится, а. Ну, отлично. Хары, ну тут наглые, да? Я, наверное, ребята, как я говорил, в следующем сезоне отключу вот эту агрессивность покемонов, потому что кто играл в ту версию, в принципе, я много раз уже на сервере встречал, там вообще они такие надоедливые, то есть там
Там, если на тебя покемон напал, все, ты от него хрен убежишь. Или он тебя убьет, или просто ты его убьешь. Все, по-другому никак. Ты убежать не можешь. То есть ты убегаешь, и в ту же секунду, когда ты убежал, он сразу на тебя нападает. Ты убегаешь, в ту же секунду, когда ты убежал, он сразу же на тебя нападает. И вот эта хрень, ребята, что если они вот так будут нападать на нас на начальных уровнях, то хрен мы вообще убежим от них. Поэтому, ребята, на начале, в принципе, будет плохо, потому что если они будут на нас так нападать, и у нас на покемон начального уровня будет, то хрен мы вообще будем убегать. А только убивать нас будут. Вот, ребята, эволюция Иглибафа, Джиглипаф, и потом еще одна эволюция, которую мы сделаем позже в Иглибаф. С помощью Мунстона. Так, отлично. Тогда все. Это можно снимать. Можно вот это одевать. И потопали дальше. В этой серии мы 100% должны... Прям 100% должны прокачать Райхорна к 60 уровню. Прям 1000000%. И Райхорна, и Парасекта к 60 уровню. Прям, ребята, 1000000%, что мы их должны прокачать. Так, отлично. Давай дальше. Только не хильтесь, пожалуйста, не будьте такими заразами. Отлично, 14 тысяч кусков опыта. Опа, и Райхорн эволюционирует. Это вроде последняя эволюция, там еще говорю. У Джиглипафа осталась одна эволюция. Сейчас у Райдона еще будет одна эволюция, которая с помощью обмена. Которую мы тоже позже сделаем. Ну или прям сейчас, как мы это в принципе обычно делаем, да. Через компьютер. Тогда давайте еще два уровня прокачаем Райдону. И где-то на 44, 45, 46 мы его прокачаем. Вот уже 44. Опа, ты сама напала. Отлично. Вот, Райдон уже 45. Еще вот эту близь уже 46. Да тут пофиг уже. Так, ну что, ребята, тогда давайте быстренько ща его прокачаем. Это выкинем яйца вот эти все. Ща, ребята, давайте быстренько его прокачаем. Компьютер. Мастербол. Ставим компьютер. Забираем вот это. Какой он? Райдон у нас 47, да? Это выкидываем. Половинку выкидываем. Берем Райдона 47 уровня. Удаляем. Покеспавн. Как он там? Райпериор. Вот, Райпериор. Левел 47. Так, это можно удалить. Берем тогда Эртквик, потому что мы ему изучили. Ни хрена себе. Ну да, в принципе, то, что ачивки у меня пропали, на 80% заполнен, офигеть. Так, тень тогда назад. Вот так. И вот так. Замечательно. Все, мы его эволюционировали, ребята, потому что по-другому никак. По-другому никак, то есть только через трейд-машину, а трейд-машиной мы никак не можем пользоваться, да, поэтому вот так. Отлично. А с это... Так, ща иди-ка ты сюда. А с этим ударом ты вообще, с одного удара, да, убиваешь? Да, вообще офигенно. Так. Так, отлично. Тогда тебе еще 10 уровней, 11 точнее. Что, в принципе, мне кажется, быстро будет. Если ты вот этим ударом с одного удара, ребята, убиваешь. О, точно, еще у тебя эволюция. Я что-то даже забыл. А я про тебя забыл. Розовенький. Давай, давай. Ну что, ребята, говорю, в этой серии мы должны 100% прокачать к 60 уровню Райпериора и Парасекта. Прям 100%. Смотрите, Райпериор уже какой там, 51-й. И Парасект уже 42-й, 43-й. Райпериор 51-й, да. Уже 52-й. Уже 53-й практически. Еще сейчас вот это Блисси. Гигадрейнстан.
вот это. А вот это. Так. Дальше, ребята. Дальше, быстро. 54-й, давай, давай, рэпер, поднажми немного. А то нам нужно сейчас прям нереально быстро всех прокачивать, чтобы успеть к 150-й серии закончить сезон. Так. Еще. Да. Вот ты уворотливая, да, такая толстенькая, а такая уворотливая. 55-й, я надеюсь. 54-й. 55-й. О, за тебя нам нормально опыта даст. Так. Нифига себе, ребята, Райпериор шустренький. Так, 56-й. Дальше. Еще одна атака. Сейчас мы ее используем. Вот так, отлично. Фу, три уровня. Три уровня, ребята, и все. Райпериор на этом завершен. Точнее, закончит свою прокачку. 58-й. Давай. О, как раз 57-я Блисси. Так заспавнилась. Еще ты. Да и смотрите, ребят, до тех пор, пока мы прокачали Рэпера, просект уже там 48-й уровень, ну, практически 50-й. Так. Давай еще. Я сказал ты, уворотливая. Вылечим. Он все уже 60-й? Нет, еще нет. Вот сейчас уже 60-й. Давайте еще парочку убьем. Так. Да не Крабби. Не нужен нам Крабби. Так. Ладно, сама напала. И смотрите, ребят, парсект уже 49-й. Вот так еще немного поубиваем Райпериором, чтобы другим уровень прокачать еще немного. Так, ладно. А мы его даже без этого прокачивали. Ну, в принципе, ладно. Это тогда сюда, это сюда. Вылечим. И потопали, ребята, прокачивать парасекта. Так, он уже 49-й, поэтому, в принципе, много ему не осталось. Он, конечно, не с одного удара убивает, как Рейпериор. Но все же. Он уже, смотрите, ребята, он уже 50-й. Сейчас вот эту Блисси убьет и уже будет 51-м. Если ее убьет. Так, отлично. Фух. Дальше. Опа, нифига себе. Нифига себе. 81 уровень. Она что-то даже... Ага, то есть мы промахиваемся. Мы промахиваемся. Ну, если не будем так много промахиваться, то чем бы тебя еще тут задолбать, а? Ладно. Гигадрейн. Ладно, давайте попробуем уже вот этим. Хотя иди ты нафиг, а. Будем мы... Сейчас Райпериор тебе раз захреначит, да и все. Так, отлично. Дальше. Дальше, ребята. Просек 53-й. 54-й. Еще 6 уровней, и все. И это, и, ребята, команда вот закончена. Мы можем брать новую. А, нет, нет. Не будем. Ну, в принципе, мы возьмем новую, но мы ее не будем прокачивать. Потому что, как я, ребята, сказал, после этой команды мы... После этой команды, ребята, мы будем делать машину для клонирования Мьюту. Точно, я забыл. Потому что уже нужно Мьюту сделать. Мы, в принципе, возьмем Мьюту. Ну, в смысле, возьмем команду, да, но сделаем мы себе сначала машинку. А потом уже, ребята, будем прокачивать дальше нашу команду. Сейчас как раз, ребята, придем домой, я выложу эту команду, возьму новую команду и посмотрим, сколько у нас еще их осталось. Ну, сколько нам еще осталось прокачивать команду. Так, я больше не знаю, кем бы нам еще вас поубивать. Ты сможешь что-то сделать? Чем больше уровней мы прокачаем, тем, в принципе, лучше, потому что меньше нам нужно будет использовать Рар Кэнди. И, в принципе, как раз из-за этого нам их больше хватит на следующую команду. Поэтому
Я не знаю, чем вот Джиглипафом вообще тебя бить. Файтинг, файт-команда было бы офигенно, если бы ты попадала, если бы ты хотя бы какой-то урон наносила. Это типа он превратился в Блисси или что? Офиг его знает, наверное, потому что у него такие вот атаки. Он может в любого покемона превратиться. Но тут он не превращается, но в общем. Нет, ребята, тут уже сколько нам осталось? Да тут 30 раркенди, ладно, пойдем уже, ребята, изучим, чтобы не париться с этой командой. Ай. Чтобы не париться, а пойдемте, ребята, уже быстренько изучим, да и все. Точнее, эволюционируем их. Точнее, не эволюционируем, а прокачаем. Все, назвал твою мать, но не то, что нужно. Так. Быстренько хреначим, жарим яички вам. Какие, ребята, там, смятку или какие еще там есть? А то тут у нас ни хрена себе 300 яиц. Ща на всех, ребята, пожарим. Так, ну, давайте сначала перед тем, как возьмем последний мунстон. Хреново. Так, давайте сначала Джиглипаф. Ты шайн. Да, ты шайн. Отлично. Иди сюда. Ну вот, ребята, еще одна эволюция. Последняя, походу, в этой команде. Зеленые глаза. Извиняюсь. Что-то спать охота или фиг его знает что. Отлично. Виглитаф. Зеленые глаза. Так, ну что? Раркенди. 57, 58, 59, 60. Сидра. Тебе больше немного уровней. Dragon Pulse. Pulse Energy. 58, 59, 60. Дитто. 57, 8, 9, 60. И ты, зараза, надоедливая, толстенькая такая, фиг тебя убьешь. А какой ты 55, 6, 7, 8, 9, 60. А у Виглитафа, ребята, намного больше ХП. У нее практически 300, а в этого 220. Нифига себе. Ну, в Райпериера 240, тоже более-менее. Так, ну что, ребята. Вот еще одна прокачанная команда. Вроде я всех эволюционировал. Поросень, ла-ла-ла, Райпери, вроде всех. Где-то нет эволюции, поэтому все. Ху, ребята, начало пятого бокса. Пятый бокс мы уже эволюционируем. Вот так. Вот так и вот так. Ху. Ну что, ребята, давайте посчитаем. Одна команда, две команды, три команды, четыре команды. Тут легендарная четвертая команда, то, что у нас сейчас пятая команда. И вот тут все. Эти двое не считаются, Пласл и Майну на Нишайне. Их потом заменить нужно будет на других, которые у нас тут есть, но не Шайни. И Грудон. Вот еще одна. И Мьюту. Поэтому, ребята, 1, 2, 3, 4, 5, 6 команд осталось. 6 команд и 2 покемона. То есть Грудон и Мьюту не влазят в команду, поэтому будут... куда-то. А, ну еще Порygon. А хотя нет, там же только эволюции. То есть Порygon эволюционирует же с помощью трейд-машины, и потом с помощью трейд-машины опять эволюционирует, вроде как я знаю. То есть у него еще две эволюции, Порygon 2 и Порygon Z, и они все с помощью трейд-машины. Первая эволюция у него идет в Порygon 2. Если ты его передаешь, то нужно вроде использовать. Где эта шапка? У нас нет, походу, той шапки. Ну, потом я заплачу, наверное, вот этими алмазами, потому что сейчас у них нету. Ну, ладно, потом эволюционируем. Ребят, давайте быстренько возьмем следующую команду. Я даже не знаю, кого. Рокватер. Ну, пускай будет Кабуто. Дальше. Давайте Крабби, давайте тебя. Крабби у нас водный, шайни. Потом ты у нас жук сойдет. Потом еще кто?
Потом. Давайте Саблей, может. Дарк, у него... Он, конечно, вообще урон не будет наносить, но ладно, и так нужно будет прокачивать. Тебя возьмем. Ликитунг, ты у нас кто? Псих... Нет, нормальный. Надо, ну, пускай будет Ликитунг. Может, тебя? Чатот. Ты тоже нормальный. Ну, летающий нормальный. Ну, пускай будет. Вот такая, ребята. Хотя фиг его знает. Я вообще не знаю, сможет ли эта команда что-то сделать. Или хотя бы какой-то урон нанести. Ну ладно, пускай пока что будет. Давайте, ребята, на этом закончим эту серию. То есть 139-я серия, ребята. Ставьте лайки за то, что мы успели, чтобы мы успели как можно быстрее закончить этот сезон, чтобы мы успели прокачать еще 6 команд, ребята. У нас осталось ровно 6 команд. 6 команд и 2 покемона, как я говорил. Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.